Я пельмени варил пару раз в своей жизни. М? Да. Я, если честно, не помню, как варить пельмени. Во-первых. Сначала у нас спать, и потом после кипения они начинают всплывать вверх, правильно? Во-первых, что надо класть сначала? Ты что, будешь пустоводную делать этот? Пустоводные пельмени? Сначала посолить. Горошек, перчик, лаврушка, лист. Помешали, и достаточно. О, девчонки! Привет, моя любовь! А чем плюсы, когда в девушке танцует какая-то пластичность, типа, да? Маркировка. Ну, в том плане, что как-то это проявляется? Так у меня тоже пластичность, мы пара пластичная. Пельмешки, я думаю, еще нам можно поварить чуть-чуть. Привет, Кая. Иди, хочешь, зайди вещи положи, я пока с ним погуляю. Ну, ладно. Я профессиональный гуляльщик с Петровичами. Петрович. Петрович, давай мы с тобой сразу договоримся. Ты никуда не вырываешься. А я не говорю никому, если ты тут насышь. Они к Лёше хотят. Пойду до Лёши. Давай. Он же пельмени готовит. Лёш! А? Тут соскучились по тебе все. По мне? Да. Ты? Не только. О. Вот. Привет, чат. Кирочка, ты пиздец красивая. Спасибо большое. Я вообще рад, что у моего брата такая женщина есть. А кто твой брат? Илюшка. Я повезло ему. Чат, помогите найти масло, я его все ебал. Чем-то? Горилыч говорит, что в холодильнике есть масло, его дохуя. Сливочное. Нет. Нету. Нет. Готовки, пельмешки. Вот так вот выглядит. Слить и сверху маслица и перемешать. Нельзя по деву так держать, да? Надо слить, потому что они же сварились уже. Тоже верно, уже переварились. Ай-яй-яй, горячо. А есть масло вот, сливать? Вот, есть. А, дуршлаг, да. Ёбаный. А дуршлаг моется. Вот так можно сделать. Стой, вот так можно делать. Подожди, а была крышка? Я могу крышкой держать. Нету крышки. Можно вот этой хуйней. Какой? Вот так. Давай. У нас... Подождите. У нас тут опасная операция по сливу. Не моему. Сливу не Киры. Давай. У-у-у! Кстати, один пельмень попробовал. Какая хуйня редкостная. Реально? Что-то вообще невкусное. А что за пельмень? Не знаю. Еще надо, да. Бля, была бы... А, знаешь, что можно делать? Что вообще было? Вообще любой. О, ебать. What the fuck? Моя просто будет держать вот так. Дай. Только не обожгись, потому что пар ебашь. А я не обожгу. Ты вот так прикладывай лучше. Да, там ближе. И ебашь. Во. Чё шипит? Слышишь, какая-то хуйня шипит. Давай, давай! Назад. Чё шипит? Да ничего не шипит, ты чё? Готовы? Это кто-то мой, кстати. Минус одна, две. Не надо, Лёша, надо. Это не вкусный. Вкусный, вкусный, просто чтобы не... Блядь, ну без масла не... Надо сразу один на тарелке расставить. Да, да. А кто будет? Пока что только мы с тобой. Давай у нас такой будет небольшой романтический ужин. А, стоп, там же шашлык делают. Я совсем чуть-чуть буду. Ну ладно. Это так у нас? Да похуй, давай, не кочергой. Надо. Они как-то уже... Не-не, нормально, нормально. В кастрюле было масло. И какой-то вот ржавчине было кастрюле. Это все? Да. Масло есть? Пойдем, давайте. Сметанка есть? Садись сюда. Вот напротив. А вилочка? А сейчас я все сделаю, ты садись. Не рассказывайте, Саша, пожалуйста. Угу. Как-то кривенько, не? Ну. Нормально. Давай. Вот так вот вечно. Уходишь шашлык, когда ты твою вводит. Я голодный человек. Ты сметанку взяла? Да. Найс!
Спасибо. А сметанку... Вилкой, да-да. Да это вот так делается. О, бам! Всё! Сюда второй. Бам, нахуй. Сюда ее. Я буду сметану с пельменями. Приятно. Взаимно. Ты бы туда еще кетчуп и мазик вообще. Как мой дядя. И сыра бы сверху положил. Гуд? А почему они не соленые? Ты делал? Горилыч. А, наверное, надо... Я только следил за ним. Ну, так-то есть можно, да? Да, если соль принесут. А реально нету. Так, ну не пищи холодильник. Серьезно? Я просто очень много соли добавил. Вообще не соленые. Просто пиздец. Не, ну а тебе они соленые? Не, соленые. Бля, ну я не знаю. Слушай, ты беременна, походу. Вообще-то, когда соль, значит, человек влюбился. Я знаю, как вкуснее будет. Нет, я так не могу. Чипсиками заедай. У меня тут осталось тебе добавить. Близко. Да. Блин. Я пересолила, кажется. Ну, как не твоя иллюзия? Ну, а у тебя? Нормально. Да? Да, у тебя как? Ну, нормально. А у тебя? Ну, пойдет вообще. У тебя самая лучшая комната, говорят? Угу. Только... Я там не один сплю. А-а-а. С мальчиком. С дев. С какой девочкой? С Рюжей? Не, мало ли, с девушкой приехала. Это не то, что... Бы. Пельмешку хочешь? Просто пельмешки кушаем. Знаете, они вкусные. Он готовил. А что это такое? Ты взял? Не знаешь? Это игрушка какая-то. Да? Угу. Ну ладно. Поиграться захотел. Угу. Ну, маленький мальчик, я мужчина. Да? Ира, домой! Я сказал домой! За спину. А ты готовься к расплате. Все, что я от тебя просил. Да вон он сзади. Я дам тебе все. Я дал тебе деньги. Я дал тебе подписчиков. И вот как ты отплатила мне, да? Готовься к смерти, Райан. Вышел! Вышли!
покушать не дают нормально вообще. Что ты теперь скажешь? У тебя пельмени остывают. Домой! Домой! То есть с вами не хотят идти на свидание. Кушай пельмешки свои. Кушай. Как дела у тебя? Ну и фиг знает теперь. Что как будет. Говорят, ты брата только что своего потерял. А что тебе говоришь-то? Что братья не слышал. Что кто не слышал? Братья. Ты много вопросов задаешь, молчи. Заткни мне рот. Ну, типа... Сань, ну это вообще пиздец, слышишь, Санёк? Я считаю, что надо воспитать, как бы. Сань! Я имею в виду, ты не имеешь права затыкать меня. Это вообще ёлки-палки. Даже колбаски захотелось. Колбасу кушать? Да. Нет, он мне рот затыкал! Так. Скажи ему, чтобы он так не разговаривал со мной. Да. Воздухание, слышь, прям сейчас. Он мне рот затыкал. Так. Говорит, замолчи. Заткни свой рот. Нет. Ты знаешь, что она сказала? Ну. Она говорит, заткни мне рот. Нет, это он сказал, заткни свой рот. И кому я буду верить? Своему лучшему другу? Брату, который брату, сказал, что нет у него братьев. Который когда? Да вот. Не было. Кому ты поверишь? Кому поверишь? Вот этой змее! Она тебя предала и меня. Я еще никого не предавала. Планируешь? Нет. Что значит еще? Нет. А что значит еще? Нет. Ну ладно, давай мне пельмешку, ты же мне обещала. Я все съела. Вот там целая фасоль. Вот о чем я тебе и говорю! А у меня здесь все, смотри, что пельмени. Ну это... Что ты ответишь на это? Мужская дружба. Я подам в суд. На клевету. Чем пахнет? Ну ты руки что, не мыл, что ли? После туалета? Ты насрал, что ли? Да, насрал, никакая разница. Суть не в этом. Пахнет угрозой. Понюхай. Ой, блядь, нихуя. Ты пахнешь как человек, который живет на улице чисто возле костров. Возле бочек. Да, да, да. Ну все, я пошла. Ты пахнешь мусорным массивом. Я пошла шашлык есть. Ну ладно. Он еще не готов. Тогда вся. Тогда еще пельмешек. Сядь и заткни свой рот. Саша, что он тебе? Санёк. Наложи пельмени мне тоже. Я сюда наложу. Раз приехала, давай пельмени мужикам. И вот скоро 50. Туда. Что это сейчас было? Чё? Сука, как ты это сделал? Не знаю. Я туда смотрел. Попробуй еще раз. Я же пальцем делал эту хуйню. Ну куда ты льешь? Ну. Так это он научил. Сделай. Понравится. Хуёвые пельмени. Я так и сказал бы, Ерик. Когда они все пельмени научатся делать уже, блядь? Одна говно продается, блядь. Одна говно. Кризис, блядь. Пельмени, сука, и сыр остался.
А помнишь раньше в инвейжен на пиздели? А помнишь раньше? Стейк лосось, терияки с рисом, а с фреш брокколи. Апельсиновый. Фреш апельсиновый. Сейчас знаешь, что там? Да. Ничего, нахуй. Сухарики, три корочки там, наверное. И жвачки по рублю. Ну, конечно. Угу. Чмок-чмок. Кирочка. Иди сюда, зайчик. А что такое? Иди к нему, зайчик. Иди, зайчик. Ты такая милая вообще, пиздец. Да? Такую пускать вообще нельзя, понял? Повезло ему. Ну, иногда число, конечно. Слишком много о себе думает. Надо принимать комплименты. Говорит, ну, спасибо, да брось, ну, спасибо. Ага. Ну, конечно же, блядь. Повезло ему. Нихуя мне еще говорить. Спасибо за то, что им повезло. Можно не выпить. Я считаю, по рюмашке. Я считаю так, нахуй. Леш, по рюмке принеси, а. Сейчас, подожди. По рюмочке нашей? Да. Виски будем ебашить, да? Я тоже буду. Тоже? Да-да. Давай. А давай. А что, она пьет у тебя, да? Ты знаешь, что женский алкоголизм тяжелее лечится, чем... Я отдыхаю. Сань! А кто сказал, что его лечить буду? А я рюмах-то у нас были, блядь. Нашел. Три. Хватит? Ну. Сполосну сейчас. Мне две. Что две? Просто. Колбаски. О, блядь. Сейчас наша, Калиночка, водочка наша. Калиночка наша. Чё он? Первая. А чё она такого цвета, блядь? Вы колбасу едите? Да. Колбаса хуйни полная. Ну я просто хуже. Какая осталась на прилавках, ничего поделать не можем. Фу, блядь. На, голова. Держи. Я не нашёл, куда выплюнуть. И себе. Вкусная вообще. Это чё у нас? Водка. Это не водка. Водка. Росинка. Которая на травах. На травах. Настойка на водке. Я скажу так. Ты по-простому. Давай. Далеко в горах жил один психолог. Угу. И всех он лечил, и всем помогал. Угу. Была одна змея. Угу. Все время обвивала ему шею, не давала ему жизни, не давала с мужиками общаться. Психолог сгнил в своем доме с этой змеей вместе. Конец. Чтобы эти змеи все оставили нас в покое, нахуй. Ничего, Кайс. Да, эти змеи. Между первой и второй. И ну, я себе. Санечка, ты герой. О, блин. Теперь я скажу. Ну. Как психолога? Жил-был в горах один клоун. Так. И у него змеи не было. Чокаемся. Подожди, ты куда летишь? У него была только однажды. Однажды? Женщина, любовь. Но все в этом мире заканчивается. Да. И я вам так хочу сказать, чтобы ваша жизнь никогда не закончилась семейная. Красиво сказал. Еще захотелось выпить. Да, красиво сказал. Сейчас Кира что-нибудь скажет тоже. Блять. Петрович, ты обижаешь. Налил, блять, по самые эти нахуй. Так и надо. Давай, голова, говори. Говори. Нет, ты. Я? Да. Не знаю. Начнем про психолога. Про психолога? Жил в горах психолог. Была у него просто замечательная, прекрасная, великолепная, самая лучшая принцесса Диснея. Ну, просто великолепная, самая лучшая. Вы поняли, да?
резать. Я просто уже. Ну, продолжай, я тебя слушаю. Ну, она просто самая у него прекрасная была, понимаешь? Дайте ему курить, блядь! Ты не ебашь уже. Ну, просто, она просто... Ай, блядь! Она самая любимая была его. Он никогда ей ничего плохого не делал, понимаешь? Ну, и жили они вообще долго и счастливы. И все у них было... Опять выбивайте! Блядь! И все у них было замечательно, понимаешь? Ебаклак нахуй. Навсегда. Да тихо. И он ей даже предложение делал, прикинь. Какого рода? Ну, я не знаю там. Коммерческого? Ну, типа того. Ну, вы понимаете. Есть нож. А она чё? Да там... Нож есть? И нож? Не пересказать. Дай уже заворотник. Давай. Заебала. Что? Говорю, дай заворотник уже залить. Давай. Ой, блядь, говорит, говорит. Побольше молчания, спокойствия, тишины нам. Значит так, выпьем. Обижаешь. Выпьем же за то! Ну. Чтобы каждый человек, независимо от своего пола, там, расы, умел говорить тосты, как мы с тобой, Александр. Давай. Да я пить хотел. А теперь самый последний. А теперь самый последний и самый благодарный тост. Так, до дна пей. Лея. Да нормально. Самый благородный, самый благодарный. За тех... Было ебаное. За тех... Кто сейчас находится в этом доме. Да. И кто сюда приедет? А кто приедет? За семью. Салют, да, фамилия. И за всех наших. Да это Вин Дизель. Салют! Это Вин Дизель. Салют. 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 Кильку пьет. И за всех близких, кто по ту сторону экрана. Чат. Салют. 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 А это, пельмени есть еще? Ой, блядь. Допивать надо. Как я ноготь себе отъебнул сейчас. Просто пиздец. Домой. Ногой, как я въебался в какую-то хуйню. Уваж. Лёх, ногой или домой? Ногой. Уваж. Чё? Ну, уваж. Чем? Ещё один? Я тебе это говорю. Уваж. Да мне всё нормально. Уваж. Уваж. У нас. Уваж. У нас. Чё делать-то? Хлоп. Ой, все, я пошла. Конечно, тут сопьешься. А знай мужиков наш. А сейчас будет сметану. С глаз долой и сердце вон, Кирочка. Сопьешься.